Финал регионального этапа чемпионата школьной баскетбольной лиги «КСБаскет» стартовал во Дворце спорта «Норд». Соревнования продлятся 2 дня. В них примут участие 4 команды девушек и 4 команды юношей. В числе участников – баскетболисты из села Несь, победители регионального этапа. Финал 3-го сезона 2017-2018 годов стартовал. Это продолжение отборочных осенних туров. Чемпионат школьной баскетбольной лиги в Ненецком округе проходит уже 7-й сезон, в России 11-й. В этом году к участию в нашем регионе заявились 22 команды. Сейчас за звание лучшие борются по 4 команды от юношей и девушек. 11-классник Дмитрий Барышников – воспитанник Дворца спорта «Норд», опытный игрок. В составе команды первой школы он выступал на чемпионате не один год, участвовал и в первенстве России. Представлял честь округа на областных соревнованиях. Сейчас Дима играет за команду 3-й школы. Секрет победы от молодого спортсмена – уверенность, четкие движения и высокий рост. Сегодняшнюю игру оценивает как интересную. Единственное, то, что уровень игры спал. Но интерес игроков увеличился, приходят молодые игроки. Но видите, нужна практика. Вот 2 минуса – практика и опыта нет. Тренер Дмитрия – педагог дополнительного образования Дворца спорта «Норд», солидарен со своим воспитанником. В этом сезоне команды играют практически на одном уровне. Появилась интрига. Так, в прошлые годы доминировала команда школы номер 1. Сильные баскетболисты не оставляли шансов другим участникам чемпионата. Однако они достойно защищали честь округа на соревнованиях федерального уровня, становились призерами, играли практически со всей Россией. Возможно, в этом сезоне первое место достанется другой команде. Сейчас проходит игра между Ненецкой средней школой имени Пуренко и школой номер 3. 3-я школа сейчас ведет с довольно большим преимуществом. То есть они завтра, скорее всего, будут в финале играть. А Ненецкая средняя школа-интернат будет играть завтра за 3-е место. У девушек, по предварительным прогнозам, лидирует команда школы номер 1. По мнению ее участницы, 9-классницы Ольги Хабаровой, во время матча необходимо сконцентрироваться и играть дружно, а не каждый за себя. Тогда победа возможна. Для меня сложно забить. Мне легче дать пас. Я просто верю своей команде и играю только с ними. Завтра во Дворце спорта «Норд» школьные баскетбольные команды будут бороться за право представлять наш округ на финальных соревнованиях СЗФО по баскетболу в городе Архангельск. Они пройдут с 13 по 17 марта. Анастасия Саботович, Ольга Русул, Вадим Носкин, телеканал «Север».